Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем здравствуйте! Сейчас разберемся, как выполнять задание номер 177. Первое. Сравните выражения. 0 плюс 5 и минус 8. Плюс 5 минус 8. 5 минус 8. Найдите их значения. Второе. Подумайте, как с помощью координатной прямой найти значение таких выражений. Плюс 6 минус 8. Минус 4 плюс 3. Плюс 2 минус 3. Плюс 5. Минус 5 плюс 7. Сравните выражения. 0 плюс 5 минус 8. Плюс 5 минус 8. И 5 минус 8. Итак, если со знаком плюс, означает, что мы движемся вправо. Если со знаком минус, влево. Мы видим, что эти выражения одинаковые. Сначала требуется передвинуться вправо на 5 единичных отрезков, а потом влево из нее на 8. Значит, получается, что они у нас равны. 0 плюс 5 минус 8 равно выражению плюс 5 минус 8 и равно выражению 5 минус 8. После передвижения мы попадем в точку с координатой минус 3. Второе. Подумайте, как с помощью координатной прямой найти значение таких выражений. Итак, первое. Плюс 6 минус 8. Это означает, что нужно выйти из точки 0 и передвинуться вправо на 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сюда мы попадем. 6. Итак, стрелочкой показываем сначала на 6 вправо, а затем на 8 влево. То есть мы возвращаемся еще 6 и добавляем еще 2. То есть попадем вот в эту точку. Что получилось у нас? Минус 8. Смотрим от нуля. Мы на 2 влево. То есть это будет координата минус 2. Следующее выражение. Минус 4 плюс 3. Нужно сразу из нуля выйти и на 4 пойти влево. Так, 1, 2, 3, 4. Вот здесь минус 4. Стрелочкой показываем. Вот сюда минус 4. И теперь плюс 3. То есть с этой точки еще 3 вправо. Раз, два, три. Попадем вот в эту точечку. Смотрим, что это за координат. Она от нуля стоит на 1 влево. То есть это будет минус 1. Значит, сюда плюс 3. Получаем координату единичка. Следующее. Плюс 2 и минус 3. Минус потеряла. Так, плюс 2, минус 3. Значит, нужно из нуля выйти вправо на 2 единичных отрезка. Вот сюда 2 мы попали. Плюс 2. И затем на 3 влево. То есть 1, 2, 3. Вот сюда передвигаемся из точки 2. Получается, это у нас координата будет минус 1 тоже. И последнее. Минус 5 плюс 7. Из нуля выходим на 5 влево. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда попадем в эту точку. Вот на 5 влево. И затем на 7 вправо. До нуля опять возвращаемся. И еще 2 единичных отрезка. Вот так. Плюс 7. То есть в итоге это будет от 0 2 вправо отрезка. Это координата 2. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!